10 новеньких электробусов вышли сегодня на маршрут на экологическом транспорте. Теперь можно добраться с Васильевского острова до Петроградской стороны. Автобусы с электрическим двигателем с утра выстроились на улице Кораблестроителей и сразу произвели впечатление. Пока чиновники ждали Александра Беглова, местные жители узнали все о преимуществах таких машин. Без подзарядки может проехать 240 километров, вместимость салона 75 пассажиров. Внутри тепло, есть USB-зарядка, а если в руках смартфон, то можно даже послушать экскурсию, в которой расскажут об истории достопримечательностей, встречающихся по пути. И я думаю, что за ними будущее. Они очень удобны, в обслуживании удобны, ну и экономичные. Поэтому первая проба, я думаю, что она будет удачная. Но будем спрашивать всегда жителей, насколько им удобно, насколько им комфортно. Ну что ж, 19 марта стартовали, а 20 на следующий день пришло сообщение о эвакуации людей с этого самого чудо-автобуса. Об этом сообщило сообщество ВКонтакте «Признавашки ДТП и ЧП», и автор предположил, что у электроавтобуса раньше времени сел аккумулятор. На ГПУ «Пассажиртранспорт» объяснили, что причина происшествия стала ошибка бортового компьютера. В ведомстве отметили, что за месяц, когда транспорт тестировали без пассажиров, никаких нареканий вызвано не было. Ранее писали, что о новом экологично мини-шумной технике, закупленной ГУПА «Пассажиравтотранс». На них потратили 214 миллионов рублей. Они располагают запасом худопротяженностью не менее якобы 240 километров при полной загрузке и использовании системы отопления салона. Зарядка транспорта осуществляется в автопарке и не требует дополнительных инфраструктур. Ну и вот одного дня эксплуатации хватило для того, чтобы показать, какое это чудо. А полгода до этого в Москве точно так же при старте произошло следующее. Ну и как мы видим, водитель очень раздражен. В электробусе что-то поломалось. Сообщают, что это проводка, и потеряли контакт с батареей верхней. Потому что какой-то шуруповертом что-то откручивали наверху. Но все это, конечно, не мешает журналистам Москва-24 сейчас, ну, журналистам, снимать хвалебные ролики для предвыборной агитации себя. Девушка, уйдите, пожалуйста, отсюда, а? А ну...